Три человека погибли при пожаре в Тальменском районе края. Трагедия произошла ночью 18 ноября в четырехквартирном доме на станции Озерки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь пытались потушить около 2 часов. Очагом возгорания стала крыша дома. Оттуда пламя стало распространяться по всему зданию. Тела нашли на месте уже после разбора завалов. Спасти их, как сообщают сотрудники МЧС, не представлялось возможным даже при работе целой бригады пожарных. В момент прибытия пожарных расчетов крыша одноэтажного жилого дома горела открытым огнем. На место происшествия были привлечены значительные силы и средства – 4 автоцистерны и 11 человек личного состава, в том числе добровольные пожарные. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.